Всем привет! Всем привет! Мы рады вас приветствовать снова на нашей арене. Сегодня у нас уникальный бой. Мы будем дальше испытывать нашего Спрайзена S3. Этот волчок по себе очень интересный, потому что он имеет два режима. Он может вращаться и в левую, и в правую сторону. Потому в сегодняшнем бою мы определим, какой Спрайзен сильнее. Левосторонний или правосторонний. Соперником Спрайзена будет Луинор. Будет у нас два боя по 5 очков. Первый бой будет с правым сторонним Спрайзеном. Второй бой с левосторонним Спрайзеном. И посмотрим, какой Спрайзен сильнее. Эдя, кем будешь играть? Спрайзеном. Я буду Луинором. Спрайзен у нас в правостороннем режиме. Луинорчик у нас только левосторонний, но посмотрим, я его буду запускать сильно-сильно, потому Спрайзену сейчас не сдобровать. Е-бой, первый бой. Первый раунд, 3, 2, 1, вперед! Давай, стрелочок! Ух! Луинор что вытворяет? Догоняй его! Луинор победил! Счет 1-0 в пользу Луинора. Второй раунд, 3, 2, 1, вперед! Ух, Луинорчик! Держись! Вау! Вот это вам Луинор! 2-0! Вот вам и Луинор! Третий раунд! 3, 2, 1, вперед! Давай, Спрайзен! Ух, Луинорчик! Спрайзен. Держись! Домой, Спрайзен, держись! Тяжело Спрайзену! Луинором сражаться. 3-0. А ну давай, Эдя, поменяемся. Давай я попробую теперь с Прайзеном. Сейчас я его как запущу, как запущу. Четвертый раунд. 3, 2, 1, вперед! Ой-ой-ой! Спрайзен! Вот ты должен победить. Вот это Луинор. Что он творит со Спрайзеном? Вау! Опять Спрайзен продумал. Я думал, Эдя просто Спрайзена не сильно запускает, но оказывается, Луинор. Вот тебе и Луинор. Я его сильно запустил. Счет 4-0 в пользу Луинора. Пятый раунд. 3, 2, 1, вперед! Ничего, нормально, нормально, давай. Нападай, атакуй. Ну, Спрайзен. Спрайзен, держись. Ну, держи Спрайзен. И все равно продул. Спрайзен. Ну, ладно, мне показалось, что Спрайзен остановился первым. Я не увидела. Ну, первым. Ладно, засчитываем ничью тогда. Раз переиграем. Вы не увидели, переиграем. Ну, на видео увидим. Все-таки переиграем на всякий случай. 3, 2, 1, вперед! О! Ого! Вылетел Луинор, и вот его запчасти. Это Спрайзен горячий. Черный наконечник. 2 очка зарабатывает Спрайзен. Луинор мало того, что вылетел с арены, еще и взорвался. Потому Спрайзен в этом раунде зарабатывает 2 очка. Счет 4-2 в пользу Луинора. 6-й раунд. 3, 2, 1, вперед! А ну-ка, Спрайзен. Ох! Вот это битва! Молодчик. Да, ай-яй-яй. Все. Это поражение. Вот вам, ребятки, и Спрайзен S3. Супер волчок. Но в правостороннем режиме Луинору он продул. Потому сейчас мы его переставляем в левосторонний режим. Легким движением руки. Так, надо, чтобы был щелчок. Все, был щелчок. Вот, смотрите, наш Спрайзен только что пошел налево. Собираем. Берем левостороннюю запускалочку. Первый раунд. 3, 2, 1, вперед! Вау! Вау, 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 е-бой. Что происходит? Швыряет Луинор Спрайзена.
Я еле поймал его крышку. Левосторонний спрайзен в первом раунде взорвался от левостороннего луйнора. Е-бой, второй раунд. 3, 2, 1, вперед! Ну, бежит. Вау, да что ж такое? Счет 4-0. И последний шанс Спрайзена. Да, не нравится мне левосторонний Спрайзен. Ну, чему быть, тому не миновать. Третий раунд. 3, 2, 1, вперед! Вау! Держись! Спрайзен, держись! Слушайте, может у нас Спрайзен какой-то бракованный? Ну давайте посмотрим. Нет, вроде бы порядок. Все защелкивается, все переключается. Вот вам и Спрайзен, ребятки. Классный волчок, но в двух режимах. И в правостороннем, и в левостороннем он продул луйнору. Получается, как ни крути, что луйнор L2 сильнее, чем Спрайзен S3. Чего вы грустите, ребята? Спрайзен проиграл луйнору L2, хотя он на одно поколение его больше. Да, мы его и в левый режим переставляли, и в правый, но факт остается фактом. После боя кулаками не машут. Пишите, понравилось ли вам наше видео. Мы расстроены, будем плакать. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы вас любим всех. Всем пока!